6 декабря свой профессиональный праздник отмечают подразделения по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. 6 декабря 1991 года было создано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД СССР. Вскоре, в 1992-м, спецподразделения по контролю за оборотом наркотиков были созданы в регионах. Так в Тверской области появилось отделение со штатной численностью 5 человек. В тот период времени в основном, в подавляющем большинстве, это было наркотики растительного происхождения. Мак, конопля. В основном даже, ну, чаще всего даже местного изготовления все это было, местного произрастания. А синтетики было очень мало, единицы. На начальном этапе просто единицы было. Медикаментозных наркотиков, ну, были, но тоже очень редкие были случаи. Но уже тогда сотрудники подразделения понимали, какую угрозу жителям региона несут наркотические и психотропные средства. Мы видели, как быстро люди меняются, опускаются. Мы на это все наблюдали. Мы отчетливо это все видели и понимали. Наркотическое зло с годами совершенствовалось, утяжелялось. Появились так называемые синтетические наркотики. Приходилось оперативно учиться для результативности работы. Часто учебу осваивали в стенах теперь уже отдела УМВД. Ни в одном учебном заведении на тот период времени чистой вот этой специализации тогда никто не учил. Это мне повезло в той части, что в 1994 году я был одним из 5 человек с нашей Российской Федерации, которые поехали за рубеж специально учиться этой проблеме. То есть я обучался в Академии полиции Египта в Каире. И сейчас, спустя десятилетия, принцип работы сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков остался прежним. Основа этой работы в профилактике, направленной на предупреждение распространения наркотиков и наркомании, в первую очередь в среде несовершеннолетних. Наиболее значима антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «МАК». С начала этого года на территории Тверской области выявлено свыше 1000 наркопреступлений. 902 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. 723 связаны со сбытом, производством и пересылкой наркотиков. 253 совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий сети интернет. 23 в составе организованной преступной группы. Сотрудниками Тверской наркополиции в этом году раскрыто 322 наркопреступления, в том числе 211 тяжких и особо тяжких, 7 наркопреступлений категории прошлых лет. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 197 лиц. 28 активным участникам незаконного оборота наркотиков предъявлено обвинение в совершении преступлений в составе ОПГ. В этом году отмечается значительное увеличение количества изъятых из незаконного оборота наркотических средств и их аналогов – свыше 300 килограммов. 95% изъятий приходится на подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Существенный рост изъятых запрещенных веществ произошел за счет результативных мероприятий по пресечению крупных каналов поставок наркотических средств в регион, а также противодействию нарколабораториям и этнической наркопреступности. Подразделениями наркоконтроля пресечена деятельность 5 крупных нарколабораторий на территории Калининского, Кувшиновского, Калязинского, Лихославского и Балаговского районов. По всем фактам возбуждены уголовные дела, задержаны и арестованы виновные лица, ведется следствие. Борьба с наркопреступностью – это и огромная профилактическая работа. За 11 месяцев года в образовательной среде региона проведено свыше 1200 профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни несовершеннолетних, а также на формирование законопослушного поведения. В настоящее время подразделение наркоконтроля регионального ОМВД возглавляет полковник полиции Михаил Лебедев.